такой сегодня BMW X3 15 года в компании Inchcape. У нас летают вертолеты, ездят машины, бурлит и кипит. Ну давайте посмотрим по машине, что по кузову. Все у нас в порядке по бамперу. По зазорчикам также все отлично. Зазоры капота все ровненькие. Машина вся в штатном окрасе, в штатном зазоре. Ну, в этих всех, да. Здесь вот есть небольшое различие, но оно, соответственно, совершенно небольшое. Если не докапываться, в принципе, не столь критичное. Немного выходит вперед часть капота, и здесь также, в принципе, как и должна быть. То есть разница буквально на несколько миллиметров. Может быть, кто-то облокотился, кто-то оперся, когда капот был открыт. А, соответственно, бампер не снимался, фары не снимались, ничего не делалось. Здесь все внутри, сейчас позже посмотрим. Менялось лобовое стекло, оно стоит не оригинал. Поставлено нормально, поставлено качественно. Трещин на нем нет. Зазоры здесь мы тоже все видим прекрасные. Все ровненько. Также петли, также все соединения, болты. Здесь ничего не демонтировалось, окрасок никаких нет. Кузов в отличном состоянии. Все остальные стекла у нас штатные с бирками. 15-й год. Проемы не корябанные, все приятное, все достаточно такое. Был какой-то незначительный ремонт заднего бампера. Задние зазоры хорошие. Делали, скорее всего, в дилере. Ну, все в норме, все стоит крепко, есть небольшие вот. На такие косяки с правой стороны, что-то делали по заднему бамперу. Резина лето убитая, ну уже доездить и выбросить. Стекло заднее также родное. Здесь давайте посмотрим проемы. Стойки все, проемы все без окрасов, все хорошо. Машина внешне выглядит очень приятно. Есть какие-то мелочные эксплуатационные царапинки, сколчики, да, но серьезного ничего нет. Если только то, что убирается полировкой, то есть все зазоры соблюдены, все замечательно. Задняя крышка имеет электропривод. Пистончики отсоединили, посмотрели стык панельки, там все ровно, там все красиво. Аккумулятор стоит еще штатный, диагностика покажет позже, менен он или нет. Здесь также все штатное, никаких изменений ни по пластику, ни по внутренностями, здесь ничего нет, здесь все хорошо. Давайте по салону посмотрим. Ну вот петли, вот штатные болты, все прекрасно, все замечательно. Здесь все хорошо, здесь следы от детских кресел, продавлены, но не рваные. Очевидно, детей возили в машине. Здесь отлично. Руль тоже не затерт, руль штатный, не покрашенный, нормального качества. Здесь
все хорошо, соответственно, пробегу. Это нормально для них, потому что это сделано из искусственной за этой кожи молодого дермантина. Так, тут отличное состояние. Тут вот маленький, да, износ. Сидел спереди. По салону все приятно. Ну, в общем, из замены у нас только по бамперу работы, по заднему. Сделано все качественно. На подробных фото все будет видно. Вот, может быть, устанавливали парктроник, снимали дополнительно, как вариант. Далее приступим к технической диагностике.